По принципу единого окна будет работать управление соцзащиты в Алданском районе. Насколько трудоемко оказывается подготовка к переменам и станет ли удобно жителям, узнали наши коллеги. Ведущий специалист отдела социальных выплат Яна Саленко скоро сменит рабочее место. Из ставшего привычным кабинета она переедет в соседний зал. Изменятся и обязанности. Если сейчас Яна Юрьевна работает с отдельными категориями льготников, то в будущем ей придется заниматься обеспечением мер соцподдержки для всех категорий граждан. Расширение полномочий не пугает. Знаем все перечни услуг, как бы в основном основы, азы. То есть есть, конечно, по новым постановлениям еще вопросы. Ну, думаю, что все освоим. Управление соцзащиты по Алданскому району стоит на пороге перемен. В неиспользуемой части здания разместится зал по работе с клиентами. Если прежде гражданин обращался в определенный кабинет к конкретному специалисту, то теперь очередь станет единой. Прием будут вести 4 специалиста, каждый из которых сможет дать клиенту ответы на все вопросы. При поддержке правительства республики и Министерства труда были выделены средства в размере 800 тысяч рублей. Мы здесь сделали ремонт. Средства на реорганизацию районного управления соцзащиты были выделены по линии Министерства труда и социального развития Якутии. Работы начались в сентябре. Для вновь образованного зала заказана мебель и техника. Как только зал будет оснащен, начнется прием. Сегодня управление соцзащиты реализует более 50 мер соцподдержки. Клиентов принимают 12 специалистов. Для граждан некоторую проблему составляет заполнение многочисленных бланков. Одно из приятных новшеств заключается в том, что в новом зале с частью клиентских документов будут работать сотрудники управления. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, МВК Саха, Алдан.